8 июля. Второй день молоть мазимую пшеницу. Второй день уборки полноценный. Погода не жаркая. Для работы самое то. Вот такой вот, в общем, имеет вид пшеница на момент уборки. Ростом в этом году она исключительно низкая. Я имею в виду, я ее сравниваю с прошлым годом. Ну, урожай как бы ожидаемый, в принципе. Надейся на лучшее, радуйся тому, что есть. Типа того. Ну, в общем, предварительный такой итог, скажем так, это где-то 23-25 центнеров с гектара. Это все, что есть в этом году. И это не только у нас, это в принципе по району, повсеместно. Пшеница идет надежным, сильным третьим классом. Я сейчас все числа, цифры я не помню. Да, в принципе, зачем их помнить? Уборка у нас также комбайн Вектор. Погода по прогнозу на будущее несколько дней. В общем, все для уборки. Никаких дождей не ждем. Катаклизм тоже никаких не предвидится. Поэтому всем, кто начал уборку, удачи! А мы продолжаем.